Кислород. Кислород нормально под давлением, да? Да. Главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов проверил готовность терапевтического отделения принимать плановых пациентов. Около полугода здесь лечили ковидных больных. Теперь пациентов с коронавирусом стало меньше, и отделение вернулось в строй. В течение недели корпус обновили, провели санитарную обработку, подключили оборудование. Пациенты первые уже пошли, у нас есть план поступления с поликлиник, так что я думаю, достаточно быстро мы заполним желанное для пациентов отделение. Также в Химках закрыли ковидный госпиталь в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Мичурина. Принимать больных по-прежнему продолжают в корпусах детской поликлиники и терапевтическом отделении микрорайона Сходня, а также в хирургическом отделении на Куркинском шоссе. Всего в Химках развернуто 700 коек для ковид-пациентов.